Еще в прошлом году глава города Анатолий Пахомов дал поручение сочинскому здравоохранению найти помещение и обустроить там поликлинику для жителей микрорайона Светлана. А сегодня осмотрел медицинский корпус, где завершились ремонтные работы и пройдено лицензирование, пообщался с пациентами. Они давно просили, говорят, ну далековато нам все-таки до поликлиники, которая находится на улице Конституции. И естественно, что мы, конечно, старались подобрать удобное место. Мы считаем, что, конечно, людям, которые проживают в этом микрорайоне, это большая радость, потому что, особенно пожилым людям, чтобы недалеко ходить. Новая поликлиника на Курортном проспекте – это филиал первой поликлиники. Здесь несколько кабинетов терапевтов. По скользящему графику будут вести прием неврологи, эндокринологи. Здесь будут принимать в итоге 4 терапевта, 4 терапевтических участка, сейчас 3. Будут приходить узкие специалисты по графику не каждый день, но будут приходить, и люди смогут здесь быть обследованы и приняты и узкими специалистами. Кроме этого, работают, конечно же, обычные стандартные кабинеты обследования, это ЭКГ, это процедурный кабинет, где могут собирать кровь и другие анализы. Филиал рассчитан на 60 посещений в смену. Прикрепленное население составляет более 9 тысяч человек. Теперь намного ближе. На театральный выходишь, переходишь и все. Очень хорошо. Пришла сегодня первый раз, но здесь мне понравилось. Ходила на Конституции 24. Вот, сейчас перевели сюда. На Комсомольской, здесь рядышком под мостом живу. Ну и как во всех поликлиниках Сочи, здесь работает новый городской проект «Вежливая регистратура». Администратор ответит на любой вопрос и поможет попасть на прием к необходимому специалисту. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.